10 апреля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял новоназначенного заместителя генерального секретаря НАТО Сорена Дукару. Новоназначенный заместитель генерального секретаря НАТО Сорен Дукару передал главе государства приветствие генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. Гость подчеркнул, что партнерские связи между НАТО и Азербайджаном имеют уже 20-летнюю историю. Отметил значение развития этих связей. Сорен Дукару сообщил, что основной целью визита в нашу страну является участие в праздновании 20-летнего юбилея программы «Партнерство во имя мира», а также в информационных днях, которые будут проведены по программе «Наука за мир и безопасность». Глава государства с удовлетворением вспомнил успешные встречи, обсуждения, проведенные в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Подчеркнул, что наше сотрудничество имеет большую историю. Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что партнерские связи в различных сферах, в частности в энергетическом секторе и по Афганистану, будут продолжены впредь. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность за приветствие Андерса Фога Расмуссена и попросил передать его приветствие генеральному секретарю НАТО.